Севаля при Эльбрусье. Ты стой, сидя, можно. Давай, сейчас. Бумажку, бумажку, да? Ага, давай. Ага. Добрый вечер, дорогие друзья. Я хотел поздравить Мишу Калинкина с таким замечательным концертом. Я давно, честно говоря, не ходил на твои концерты, и я сегодня получил массу удовольствия, потому что я услышал много новых песен, Миш. Много новых песен для меня. Поэтому вот поздравляю тебя, молодец, здорово. Ну, так как сегодня концерт про горные лыжи и про женщин, то первый эпиграф будет такой: ты встала на лыжи, себя не храня, когда навернешься, ты вспомнишь меня. Ну и в связи с тем, что погода у нас, хоть снег выпал, Миша вообще здорово рассчитал свой концерт, небось месяца за три заказывал, тем не менее, снег выпал именно в день концерта. Погода испортилась, имейте в виду, когда кругом бушует непогода, когда кругом бушует непогода, к здоровью относись, прошу внимательно. Для профилактики попробуй водку с медом, хотя и мед совсем не обязательно. Ну и я давно не читал ее вот эту вещь, она называется «Чигетская история». Раз здесь у нас постоянно крутится Чигет, я когда-то написал вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным «Чигетскую историю», но в его манере, короче, вот так. Приятель мой, он строгих правил, когда от службы за не мог, он эту службу вмиг отставил, и лучше выдумать не мог, его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука, сидеть без дела мочи нет, и он поехал на Чигет. Волшебный край, там у наши годы, стиха и песни, властелин, блистал Калинкин, друг свободы, а с парапланом северин. Там покоритель Козырьков, отважный отрок Михлюков, крутой любитель форм больших и стихотворных, и иных. Мы с ним не раз катались вместе, однако черт, немного ль чести, вот так все время про него, заверю вас, отнюдь не он герой романа моего. О, вы отважные счастливцы, сюда не залетали птицы, и только парапланерист, как будто бы последний лист, в восторге радость пополам, летит, разглядывая дам, что снизу машут и кричат, и познакомиться хотят. Катался там 2.20 лыжи инструктор, всем известный Ижин. Бывать любил здесь острослов, любитель прозы В. Бобров. В любовном опыте обилен, здесь пробовал перо Кириллин. На новых лыжах по буграм и следом вереница дам. Имен мне всех не перечесть, красивы все, что есть, то есть. Мы все учились понемногу чему-нибудь, и слава Богу, мы научились. Словно асы мы пишем дуги, режем трассы, бракаж, годиль, бросок вперед, вошли в привычный оборот. Я тоже там, средь горных гряд, свой отпуск провести был рад. И здесь однажды в тишине явилась муза вдруг ко мне. Какого кинула поэта, мне неизвестна тайна эта. Однако хватит о себе, что наш герой, о чем мечтает, доволен ли, о ком вздыхает и благодарен ли судьбе. Как ожидал я, он доволен, Баксан, Балкарская река, куда-то скрылись облака, Эльбрус и вечен, и спокоен, и под пером жива строка, гармония, и мир устроен. Друзья его, похоже, ждали, на вечер баню заказали, со свежей водкой банкет, но кто сказал, что счастья нет? Замечу, кстати, мой приятель был сердцеед и обожатель красавиц всяких записных, я некоторых знал из них. Он по-французски совершенно не изъяснялся, не писал, мазурку он не танцевал, но кланялся непринужденно, как требует наш бурный век. Он как разумный человек познал компьютер, интернет, и уже много-много лет для всех он мог служить примером. Был, кстати, старшим офицером, член Академии наук,
наук любви и страсти нежной. Свой век блестящий и мятежный он проживал за кругом круг. Пусть это и звучит банально. Вокруг все женщины буквально впадали в настоящий транс, когда он запевал романс. Уж била публика в там-тамы, лилось шампанское рекой, но так и не было той дамы, что на него, махнув рукой, в неверном танце наслаждалась под взорами горящих глаз, и восхищался ей Кавказ. О, Боже мой, какая шалость! Потом вошла и тихо села с улыбкой странной на лице, а он сидел бледнее мела, пел о каком-то там венце. Ну, пел и пел, не в этом дело. А вот и склон, и храбрый чайник на лыжах обновляет путь, и под гремящие литавры несется вниз куда-нибудь. На всех парах, как паровоз, он не одну березу снял, плюс всех товарищей своих, но полно, не об этом стих. Счастливый обладатель борда по склону едет с наглой мордой, для храбрости приняв на грудь, пересекает людям путь. Его подруга молодая, Глинтвейн, глотает возле ая, держа манерно сигарету. Ну что ж, простим ее за это. Ему пока еще верна, но вся в прострации она, небрежно обнажив плечо, и дышит очень горячо. Пока бордист бугры равняет, она, поправив макияж, призывно глазками стреляет. О ней закончим репортаж. Пляж дикий на помостках ая. Вот девушка лежит нагая, и солнце лупит по груди. А что там будет впереди, она наивно и не знает. И все, что можно и нельзя, она с восторгом обнажает. Сгорит и мажется кефиром, айраном, кремом или жиром. С расстройства будет пить вино, но шкура слезет все равно. Вот кто-то запустил петарду, внутри кафе крутые барды азартно весело поют, меж песнями, конечно, пьют, народ резвится и ликует, в ботинках рок-н-ролл танцует, то поцелуи, то объятия, все люди здесь, конечно, братья, и можно тронуться умом от обстановки за столом. Инструктор наш, презрев скипас, бесплатно едет. Лыжный ас кататься любит по буграм и обучать прекрасных дам. А дама, будет вам известно, в горах на лыжах все прелестны. Вон кто-то мелким гадельком по склону мчится напролом. Наверное, он с приличным стажем, но вот упал, и склон стал глаже. Ну что ж, когда ратрака нет, вот так равняем мы чигет. Так протекает жизнь чигета. Я тоже был на склоне этом. Смотрел, катался, наблюдал, а что увидел, описал. Ну, там много, я не хочу уже дальше читать, просто время. Спасибо. Так. Ну и парочка песен. Заскучал по чигету, по горам, по непаханным склонам. А прошло-то всего только лето, осень только вступила в права. И теперь между елей и сосен мы поем и поем до рассвета. Нам московская милая осень дорога, как родная Москва. Я не буду гадать, с кем напиться, я сто лет и сто зим это знаю. И я знаю, покину столицу, только выпадет первый снежок. Возвращаться плохая примета, но я вновь на чиет улетаю. И не надо мне знойного лета, но вернусь ты, дай только срок. Когда же горы я вновь увижу, мне их, поверьте, каждый день не достает. Крепитесь, люди, скоро лыжи, зима к нам снова обязательно придет. Но чего же метель не спится, заметает дороги и трассы, и расщедрилась мама природа, так что снег бесконтролен и скор.
Все метелью колотит по лицам, и по чайникам лупит ясом. А на склоне в кафе две гитары задушевно ведут разговор, и кто-то вспомнит песню эту, а кто-то рядом непременно подпоет. Крепитесь, люди, скоро лето, нам наше лето обязательно придет. Но вернувшись в родную столицу, заскучаем опять по Чигету, загорелым улыбчивым лицам и по той, что так любит и ждет. Есть такая в народе примета, даже кто-то пускай удивится, что когда начинается лето, обязательно кто-то споет. Когда же горы я вновь увижу, мне их, поверь, каждый день не достает. Крепитесь, люди, скоро лыжи, зима к нам снова обязательно придет. Крепитесь, люди, скоро лыжи, зима к нам снова обязательно придет. Спасибо. Ну и сейчас вот по Мишиной просьбе вместе с ним мы исполним песню, которую он иногда исполняет на своих концертах, и я этим очень горжусь. Да, Миша? Да. Ты что хочешь? Отобрать у меня гитару? Я хочу. Раз, раз, два, три. Я хочу напомнить, господа, товарищи, что в жизни есть моменты, когда захватывает дух. Вы помните 1998 год, а до этого 1996 год, когда мы собирались в различных местах, где мы пели, танцевали и открывали сезоны наши замечательные. И песня, которая сейчас прозвучит, это клуб наш «Чигетти», дорогие друзья, который здесь представлен. Аплодисменты клубу «Чигетти». Это гимн клуба. В зеркале воды капелька звезды, мы сюда еще вернемся. Розовый гранит тишину хранит, на прощание улыбнемся. Скоро стает снег, кончится забег горнолыжной свистопляски. Но пора придет, двинемся вперед, прихватив очки и маски. Клуб «Чигетти» обнимается и качается. Мы сюда еще вернемся и Терсколу улыбнемся, с головою окунемся в тишину погожих дней. Мы вернемся непременно в межсезонье в ту же смену, посмотреть, как солнце всходит над Чигеттией моей. Между гор видна бледная луна, миг разлуки наступает. Что ж, в конце пути тихо погрусти, на щеке снежинка тает. И для нас, мой друг, вновь окончен круг, о горах все тише песня. Лыжи за спиной, нам пора домой, спой, пожалуйста, со мной. Мы сюда еще вернемся и Терсколу улыбнемся, с головою окунемся в тишину погожих дней. Мы вернемся непременно в межсезонье в ту же смену, посмотреть, как солнце сходит над Чигеттией моей, на
очевидье моей. Спасибо. Спасибо большое. Вот, дорогие друзья, я понимаю, что самая тяжелая работа – это слушатель, когда ты вынужден быть привязанным к своему стулу, и мало того, ты должен изображать внимание, чтобы вот то, что этот человек поет, его не обидело случайно, что там вы там стаканом грохнули, еще что-то такое. Дорогие друзья, мне больше всего нравится выступать именно вот в кафе, где люди могут кушать и слушать. Если поешь плохо, они кушают. А если хорошо, то все остальное. Я еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы пробились через буран. Там, видите, вот по просьбе Ариевича и Виноградова буран продолжается. Значит, а мы сейчас делаем перерыв. Второе отделение будут песни, которые я называю своей попсой. Вот, то есть только, в общем, те песни, которые уже достаточно известны. Вот, если кто-то хочет спеть, прошу прощения, я волнуюсь. Если кто-то хочет, чтобы я что-то исполнил, дорогие друзья, вы можете мне там сказать, лучше написать на бумажечке. Вот, и я мгновенно это дело спою.